Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале про еду ID. Сегодня мы приготовим скумбрию с овощами, запеченную в духовке. Подготавливаем ингредиенты. Потрошим рыбу или можно приобрести уже потрошенную. Удаляем жабры и кости. Рыбу промываем и приступаем к приготовлению начинки. Смешиваем кабачок, репчатый лук и стручковую фасоль. Добавляем оливковое масло, итальянские травы. Перемешиваем и выкладываем в рыбу. Предварительно солим и перчим ее. Ставим предварительно разогретую духовку на 25 минут при 180 градусах. Легкий и вкусный ужин готов. Всем приятного аппетита и спасибо за просмотр!